5 ноября в хоккейной академии «Авангард» впервые прошел фестиваль массового хоккея «Семья Ястреба». Яркое событие объединило более 600 ребят, учеников 1 и 2 классов из 32 школ, которые подключены к программе развития массового хоккея «Авангарда». Юных хоккеистов поприветствовали министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц и его первый заместитель Иван Колесник, генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых, легенда омского хоккея Евгений Шастин и директор Академии «Авангард» Евгений Хацей. Я считаю, этот проект один из лучших, наверное, в стране будет со временем. И это заслуга, безусловно, конечно, «Авангарда», его стиль. Это воспитывать не только хоккеистов, воспитывать патриотов своего региона. На примере хоккея, на примере детей. То есть это потенциальные болельщики, которые будут заполнять нашу арену, которые будут поддерживать наш хоккей, наш спорт. Мысль такая была, что организовать массовый хоккей, привлечь ребят около дома на открытые коробки, которые у нас сейчас, мы построили 32 коробки. И вот сегодня 32 школы, вот эти ребята, которые там занимаются, мы их сегодня пригласили в академию. Юные хоккеисты соревновались на двух аренах. Ребят активно поддерживали друзья и родители. Для них просто поиграть сейчас, это глазенки горят. То есть для них сейчас сыграться, выиграют, проиграют, для них это все интересно. Для них это большая арена, это совершенно другое, это новый лед. Тем более здесь занимаются воспитанники «Авангарда», для них это кумиры, и поэтому они с горящими глазами все бегом на лед. Также участники фестиваля посетили мастер-классы, побывали в тренировочных залах и учебных классах, проверили свои хоккейные знания. Помощниками юных спортсменов выступили воспитанники Академии «Авангард». Они стали координаторами события, а также работали судьями и информаторами на матчах и провели для ребят экскурсию по Академии. Мне нравится, что хоккей, что там можно кататься на коньках, играть с клюшкой. Мы выиграли команду «Серые волки». Мне понравилось с мячиком в зале играть. Еще пазлы собирать, мозаики. Мероприятия мы проводим для деток, им очень нравится. Упражнения мы им даем на развитие координации, командной работы. Детки могут увидеть Академию изнутри, это очень хорошо. В плей-офф соперничали сильнейшие. Победителем фестиваля стала команда средней общеобразовательной школы номер 1. Призерами юные хоккеисты из СОШ номер 31 и 63.